Всем привет, снимал материал, чтобы выложить на YouTube-канал, именно где готовят лепешки. Остановили меня и сказали: брат, давай я тебе угощу самбусой. А я знаю, что в этом месте самбуса очень вкусная. Ну, мне стыдно отказывать было. И меня угостили самбусой, целый пакет для меня и для моей жены. Вот так вот. Я просто удивляюсь от этой страны, от доброжелательности граждан Таджикистана. Большое вам спасибо, Рахмат.